Сайта домашних питомцев Pet Shop Top. Скажите, как зовут вашего мини-пига? Зовут его Любаша. Это девочка. Зовут Пин. Мальчик. Моего пига зовут Пухля. Она девочка. Нашего мини-пига зовут Авосинка. Евгений. Ее зовут Ева. Но мы знаем только одного, потому что купили вот самый маленький, который сейчас титьку сосет с этой стороны. Ее зовут Смарти. Сегодня мы забираем ее домой. У нее сегодня новоселье. Почему именно мини-пиг, как домашнее животное? Потому что муж хотел его с детства. Привез его без моего ведома. Папа давно хотел свинку, именно свинку. Он с детства их любит. Ну, неожиданно было. Вообще была собака у нас очень долго, 18 лет прожила. И потом как-то уже собаку не знали. Долго породу какую выбрать. И вот увидели мини-пигов, очень нам понравилось. Прям прочитали про них, что они очень похожи на собак. По характеру любят ласку, встречают хозяев. И решились на него. Всю душу, все вот в нее. Это просто... Но умнейшее животное. Ну, они очень ласковые, хорошенькие такие. Я собачница, муж кошатник. И вот такой вот у нас получился компромисс. То есть в характере сочетаются черты и собаки, и кошки? Я думаю, что да, но больше всего это человек. В доме ребенок. Ребенок, причем в лучшем проявлении своем. Дайте рекомендации, как организовать комфортную жизнь в городской квартире. Ну, в городской квартире нам как рассказали, и мы поняли, обязательно нужно тепло, поэтому у нас там электрическая грелка у него всегда на его кроватке, можно сказать. Я вообще построил вольер свой в доме, потому что мини-пиг по-любому грызет обои, по-любому грызет и паркет, все-все-все. Они будут и копать, и всегда рыть, поэтому лучше всего свой построить вольер. Совершенно непритязательный, не пачкает, не кусает, не шумит. Ухода требует мало, обожает купаться, чистоплотный, в общем, все лучшее. Привередливо, купаться на нас не любит, такая вредина. Купаться обожает, очень любит, приучается легко, с самого раннего возраста. С изюмом, с цукатиками насыпали в ванну, веселая игра. Мы ее моем детским шампунем, чистим ушки, зубы чистим детской щеткой и просто детской зубной пастой. Обязательно пеленка, с этим никогда проблем не было, в туалет ходит всегда только на пеленку. В зимний период мы не ходим гулять, она дома ходит на пеленку, ну а когда лето, выходим с ней на улицу, когда более теплая пора. А сколько вообще раз в день вы гуляете? Один раз в день или два. Наверное,